Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория». Торговая сеть «Акватория» представляет ванную комнату вашей мечты. В нашем новом салоне сантехники вас ждут самые роскошные модели и революционные инновации. Лучшая мебель для ванных комнат с фасадами ручной работы. Стильный и эргономичный санфаянс. Коллекции в любом стиле, от классики до модерна. И полная комплектация, от смесителей до зеркал. Окунитесь в роскошь в новом салоне сантехники. Наш адрес: улица Асау-Барака, 55А, магазин «Акватория». Третий этаж. Здравствуйте, с вами пресс-новости. На юго-востоке Украины продолжается отвод вооружений от линии соприкосновения силовиков и ополченцев. Представители непризнанных республик заявляют, что в полной мере исполнили минские договоренности. Официальный Киев пока не спешит отводить войска. По данным ОБСЕ, в целом полноценный отвод не совершила ни одна из противоборствующих сторон, пишет московский комсомолец. Политолог Сергей Маркин считает, что Украина подает всяческие сигналы, что не имеет никаких намерений решить вопрос мирным образом, а будет решать его только силовым путем. Так, по мнению аналитика, если Донбасс останется в составе Украины, жители Юго-Востока зададут вопрос, кто отдал приказ о применении фосфорных и кассетных вооружений против мирного населения. Далее Донбасс спросит, кто организовал убийство более 100 активистов в Одессе 2 мая. После вся эта группа, стоящая сейчас у власти, сядет в тюрьму. Этого Киев допустить не может, заключил аналитик. Россия предлагает Киеву либо признать ДНР и ЛНР, либо оплатить газ для них. Газовый скандал между Украиной и Российской Федерацией продолжает набирать обороты. Стало известно, что российская сторона не намерена прекращать поставки газа на территории, неподконтрольные Киеву, при этом требуя оплаты по счетам от официальной Украины. Но Киев отказывается платить. Вероятно, точку в конфликте поставит сегодняшняя трехсторонняя встреча в Брюсселе, полагает РБК. В Москве прошло траурное шествие в память об убитом политике и оппозиционере Борисе Немцове. Соболезнования выразили как его соратники, так и противники. В Следственном комитете в качестве одной из основных версий рассматривают убийство на почве национализма. Дело будет вести Игорь Краснов, ранее раскрывший банду националистов, пишет «Коммерсант». Среди рассматриваемых версий убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране. А вот как выглядит убийство политика из-за океана. После убийства Бориса Немцова никаких пределов больше нет. Такой заголовок разместила «Нью-Йорк Таймс». Он был мощным, энергичным критиком Путина. Нападал на него на всех возможных площадках. Постоянно публиковал доклады о роскошном стиле жизни президента, коррупции, стоявшей за Олимпиадой в Сочи, и на другие подобные темы, говорится в статье. Путин немедленно выразил соболезнования матери Немцова и бросил на расследование дела чуть ли не все МВД, говорится в статье. Но мы можем быть уверены, что расследование ровно ни к чему не приведет, считает издание. Перечислив теории, изложенные телеканалом Life News и другие версии типа исламистского следа, автор замечает, даже если какая-то из них окажется верна, никого из московских либералов она не убедит. Оппозиционный активист Максим Кац написал в Твиттере, что в любом случае Путин несет ответственность. Если он заказчик, то виноват как заказчик, если даже нет, то как разжигатель ненависти, истерии и злобы в народе. Издание комментирует: с этим последним пунктом трудно спорить. Бывший госсекретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон вступит в президентскую гонку раньше, чем ожидалось, скорее всего, уже в апреле, сообщает Wall Street Journal. Выборы главы государства пройдут в 2016 году. Ранее сообщалось, что Клинтон является одним из самых вероятных кандидатов от Демократической партии. Если верить результатам соцопросов, за нее готовы проголосовать 54% респондентов, в том случае, если ее соперником окажется экс-губернатор
экс-губернатор Флориды и брат бывшего главы государства Джорджа Буша-младшего Джеб Буш. А также 55% опрошенных, если за президентское кресло она будет бороться с одним из самых влиятельных представителей республиканской партии Миттом Ромни. Как сообщает Wall Street Journal, Клинтон в скором времени сможет приступить к сбору средств в свой предвыборный фонд. Ожидается, что общая сумма превысит $1 миллиард. Напомним, что Обама во время кампании 2012 года собрал $716 миллионов. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня. Вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория».